Здравствуйте, уважаемые любители гандбола. Переполнен до отказа знаменитый Парижский дворец спорта Берси. Еще бы, финал чемпионата мира по гандболу среди женщин. Сборная команда России встречается в матче за первое место против сборной команды Норвегии. Итак, дорогие друзья, все готово к началу главного матча сезона в мировом женском гандболе. Сборная команда России против сборной команды Норвегии. Соперницы, которые уже встречались в групповом раунде этих соревнований, и тогда норвежки переиграли нас с разницей в один мяч. Но это финал, и здесь, наверное, нет смысла даже вспоминать о том, что было, потому что здесь лист абсолютно чистый. Здесь новая историческая страница, которая так и называется «Финал мирового первенства». И сборная команда России, которая с блеском великолепно, но я не знаю, какими еще эпитетами можно характеризовать игру наших девочек на этом соревновании, вошла вот для того, чтобы оспаривать главный титул чемпионатов планеты, для того, чтобы поспорить с норвежками за право называться лучшей, сборная команда России уже обеспечила себе путевку на Олимпийские игры в Пекин, потому что, вы помните, дорогие друзья, норвежки получили эту путевку, став чемпионками Европы в прошлом году, когда, кстати, опять-таки в финале они встречались с нашей командой и выиграли у нас. Но это тоже уже забытые страницы истории. Сегодня игра, после которой мы должны узнать самое главное. Кто на сегодняшний момент сильнее на планете Земля? Среди женских команд в этой увлекательнейшей, в этой прекрасной, в этой замечательной игре гандбол. И для вас сегодня эту встречу комментируют серебряный призер Олимпийских игр Владимир Репьев и комментатор Григорий Твалфадзе. Да, случилось то, что предсказывали специалисты гандбола, о чем завидным единодушием писали все спортивные издания мира, и то, чего мы, уважаемые телезрители, в течение двух недель наблюдавшие за чемпионатом мира, ожидали. Финал. Сборная России, сборная Норвегии. Наши играют в синей форме, норвежки в красной. Матч начался в атаке сборной России. Первый бросок Елены Паленовой попадает в перекладину. Дорогие друзья, нельзя, конечно, не сказать, что мы подошли к этому матчу с очень серьезными потерями. Вы знаете о том, что у нас перед началом чемпионата были серьезные потери, когда вы были из строя и Бадниева, и Ализар, и Вареникова. Вот, да, и по ходу этого чемпионата мы потеряли Близнову.
7 метров показывают арбитры. Но представим арбитров. Это французы. Лучшая пара на сегодняшний момент мирового гандбола. Жиль Бор и Оливье Буй. Судьи, которые обслуживали финал чемпионата мира 2007 года среди мужчин. Норвежки открывают счет голам в этом матче. И вот буквально перед началом этой встречи, точнее по итогам полуфинальных матчей, ну, не обошли нас стороной потери. Да, и очень тяжелая потеря для нашей сборной. В игре против сборной Румынии в первом тайме получила травму. Ей был сломан нос, к сожалению. Я имею в виду Наталью Шипилову, основного нашего линейного игрока. Если учесть, что не принимает в этом турнире изначально Людмила Бадниева. И вот поймала буквально кураж в последних матчах Наташа Шипилова. В четвертьфинале, благодаря ее феноменальной результативности, мы смогли на равных сражаться во многом со сборной Венгрии. И вот такая потеря. Поэтому большие проблемы у наших тренеров сборной с составом. Наигрывались другие игроки, задние игроки для того, чтобы играть на позиции линейного. Но пока что первые минуты. Пока мы видим на позиции линейного Оксану Роменскую, у которой тоже, кстати, не все благополучно было. Она температурила. Да. У нее 38 была температура, но мужественная спортсменка. Она провела все игры на этом чемпионате. Ну и вот сегодня появление Ольги Левиной в составе. Мы помним с вами, как она великолепно провела игру против сборной команды команды Анголы. Да. Фантастический результат она продемонстрировала тогда. 8 мячей, по-моему, забросила и была признана лучшим игроком матча в составе не только сборной команды России. Поэтому будем рассчитывать на то, что сегодня выход Левиной на площадку будет таким же агрессивным, с таким же сумасшедшим настроем на победу, с которым выходила 17 номер сборной команды России на игру против ангольских спортсменок. Прекрасный бросок Яны Усковой. 1-1. Вообще, по мнению большинства специалистов, это матч абсолютно равных соперников. Ни одна из команд не уступает друг другу. И обе достойны завоевать первое место. Ну и большинство специалистов склоняется к такому мнению, что победит в сегодняшней встрече та команда, которая сохранила больше нервной и физической энергии по завершении вот этого гандбольного марафона. Напоминаю, это 10-й матч на чемпионате. Кстати, специалисты гандбола, даже мужского, обсуждая итоги чемпионата мира, говорят о том, что многовато даже для мужчин 10 матчей за такой короткий промежуток времени, не говоря уже о женщинах. Да, мы помним с вами... Нет. Не будет этот мяч защитом. Желтую карточку показывают Надежде Муравьевой за игру против линейного игрока Любик. Вот сейчас они вместе с Андрюшиной боролись против Эльзы Марты Любик. 9-метровый разыграли норвежки. Мы защищаемся по системе 6-0. В центре Надежда Муравьева и Оксана Роменская. На вторых позициях Людмила Паснова и Екатерина Андрюшина. И на краю Яна Ускова и Эмилия Турей. Теряют мяч. Чисто отобрали наш мяч. Турей. Молодец! С мясом забрасывает Эмилия Турей мяч в ворота сборной Норвегии. Норвежки сразу же разыгрывают быстрый центр. Не успела вернуться. Но как сыграл наш голкипер? Умница Инна Суслина, героиня вчерашнего матча. Буквально раздела она сборную Румынии вообще вчера. Фантастический результат она продемонстрировала. Она из 36 бросков отбила 16. И при том, что еще 2 7-метровых отразила. Сумасшедшая игра была вообще, конечно, к 8-й минуте, представляете себе, но это я для тех, кто не видел этот матч, к 8-й минуте грозная сборная Румынии смогла забросить первый мяч в ворота нашей команды, в ворота Инны Суслиной. Но сейчас норвежки результат сравнивают. Ну, это фирменный стиль игры сборной Норвегии, малейшая потеря.
отражение броска голкипером сборной Норвегии. И два крайних игрока, это Кари Мета Йохансен и Рангхильд Омат, убегают в отрыв. К сожалению, вновь теряем мы мяч, но надо собраться и быстрее возвращаться в оборону. Но нельзя допускать таких. Десятый номер, это Хаммерсен, Гро Хаммерсен. Ну, давайте представим все-таки сборную команду Норвегии. Наших девочек мы знаем как следует, но в любом случае состав нашей команды назовем. Итак, Кари Олвик Гримсбе, голкипер. Анет Йохансен, второй номер. Катя Нюберг, третий. Рангхильд Омот, четвертый. Гёрил Снорреген, пятый номер. Эльзе Марте Любек, шестой. Тоня Ностволд, седьмой номер. Каролин Брейванг, восьмой. Гро Хаммерсен, десятый. Кари Мете Йохансен, одиннадцатый. Второй голкипер Тереза Педерсен, двенадцатый номер. Марит Мальм Фрафьорд, тринадцатый номер. Катрин Харальсен, шестнадцатый. Лин Суланд, семнадцатый. Лин Кристин Ригелхут, восемнадцатый номер. И Вигдис Херсакер, номер 19. Ну и сборная команда России. Вратари: Инна Суслина, Мария Сидорова. Второй — Полина Вяхерева. Третья — Ирина Полторацкая. Оксана Роменская, четвертый. Людмила Паснова, пятая. Анна Кореева, шестой номер. Катя Андрюшина, восьмой. Яна Ускова, девятый. Лена Паленова, десятый номер. Эмилия Турей, одиннадцатый. Мария Сидорова, я уже сказал, шестнадцатый номер. Ольга Левина, семнадцатая. Надежда Муравьева, восемнадцатая. Елена Дмитриева, номер девятнадцатый. А тем временем Катя Нюберг забрасывает четвертый мяч в ворота сборной России. 4-3 впереди норвежки. Наши атакуют. 6-0 обороняется сборная Норвегии. Но они применяют именно этот вариант защиты. Прекрасно сыграет. Угол. Своей волшебной правой рукой Эмилия Турей нашла щелочку как раз в диаметр мяча. Вновь норвежская десятка нас огорчает. Гро Хаммерсен. Вот посмотрите, как крутанулась вокруг своей оси. Ошиблась там Катя Андрюшина. Но не стала она уже нарушать правила, дабы не получить двухминутного удаления. Позволила нам беспрепятственно проатаковать Хаммерсен. Мы вновь в атаке, и мы проигрываем один мяч. Не удалось сыграть на подборе. Быстро надо возвращаться в оборону. Штанга спасает ворота сборной команды России. Это атаковала сейчас шестой номер Любек. Вот посмотрите, но не без сопротивления со стороны Кореевой. Молодец Аня, и без нарушения правил она выполняла этот оборонительный элемент. Хорошо заняла позицию в воротах Инна Суслина, не позволила, по сути дела, попасть в ворота. Именно поэтому-то Любек попала в штангу. Бросок. Кореева. Семиметровый штрафной. И, по-моему, желтая карточка, да? Оксана Роменская на ваших экранах. Здорово она здесь сыграла в доигровке. Ну вот, что касается игры Оксаны Роменской, мы говорили о том, что не совсем хорошо она чувствовала себя. А играет сейчас она на позиции линейного без замены. Классное исполнение Еленой Паленовой. 7-метрового штрафного. Никаких шансов у голкипера сборной Норвегии не было. Лучший бомбардир сборной команды России — Елена Паленова. 32 мяча в ее активе. Но сейчас уже 33. Ну и Паснова. Как вчера сыграла Паснова. Потрясающе, забросив 9 мячей. И она была признана лучшим игроком. Да, и эти 9 мячей-то не просто не в чьи-то в ворота, а в ворота Людмилы Паслару и Луминиты Дину. Одних вообще таких голкиперов сборной Румынии. Великолепных мастеров своего дела. Здорово! Выходим вперед. Умница Ольга Левина. Вы посмотрите, она также сыграла, как и играла она в матче против сборной Анголы. Хорошее боковое смещение. Мы отмечали эти действия. Смотрите, не успели за боковым смещением Ольги Левиной. Волгоградская динамовка Ольга Левина всего лишь третью игру проводит на этом чемпионате.
И вот каждый раз... Хорошо, мы пока обороняемся. Хотелось бы отметить действие Полины Вяхиревой. Здорово она там перекрывает правого полусреднего. Неправильный заслон. Да, заслон был неправильный. Андрюшина. Муравьева уступает место кому-то из подруг на площадке. Вот Левина как раз вышла вместо Муравьевой. Андрюшина, Левина. Левина входит вторым в линию. Анна Кореева пытается переиграть один в один второго защитника. Это Брейванг, но та ее завязывает. В игрока теперь у Левина. И посмотрите, как бегут в отрыв норвежки. И сравнивают результат. Огромное количество норвежских болельщиков прибыло на эту встречу. Мы по традиции перед началом этого матча разговаривали с нашим коллегой Сергеем Приголовкиным. Он сказал, что как минимум 4000 людей в красных майках с традиционными такими шлемами, с рогатыми шлемами викингов прибыли в Париж. Сегодня их очень много. Ну и, наверное, скорее всего, французы будут болеть против обидчиков своей команды. Я имею в виду сборную команду России. Да, поддержка сборной Норвегии обеспечена. Хотя, конечно же, и присутствуют и наши болельщики. Мы уже говорили о группе из Подмосковья во главе с президентом областной федерации гандбола, мэром Звенигорода Леонидом Ставицким. А тем временем Паленова выполнила бросок. По воротам не попала. Надо обороняться. В центре сейчас Паленова с Оксаной Роменской. Кореева, Муравьева на вторых позициях. Люберг в роли разыгрывающей. Турей, Вяхерева на краях. Очень быстро начали игру. Норвежки в высоком темпе. Молодец, умница. Молодец, Инна. Муравьева. Паленова, Турей. Муравьева уступает место Левиной, судя по всему. Да, так оно и есть. Вот перед началом, точнее, перед этим матчем, а если быть еще точнее, по окончании игры со сборной Румынии, в одном из интервью Евгений Трифилов говорил о том, что, ну, конечно, спасибо норвежкам за то, что они вышли в финал и тем самым обеспечили нам, выходят вперед норвежки, обеспечили нам олимпийскую путевку, но при этом, конечно, на что особо хотелось бы обратить внимание в словах Евгения Васильевича, это на то, что нам постоянно приходится играть по разным схемам и постоянно приходится наигрывать новые варианты игры и в атаке, и в обороне в силу как раз вот этих объективных, к сожалению, факторов. Да, самая болезненная потеря была, это потеря Ирины Близновой, нашего основного правого полусреднего. И не только потому, что Ирина один из лучших бомбардиров. Дело в том, что ломается полностью схема атаки. Прекрасный бросок из опорного положения Елены Паленовой. В основном мы атакуем, начиная с левого фланга, с левого края у нас атаки. Поэтому все команды уже подстраиваются под нашу игру вот, в позиционном нападении. Об этом говорил, кстати, сегодня Виталий Крохин. Именно в этом проблема и заключается, для того, чтобы как-то нам усилить правый фланг нападения. Это Лин-Кристин Ригельхут не смогла переиграть Инну Суслину. Подбор нужен. Подбор есть. Неудержимая Вяхерева. Умница Полина. Вы посмотрите, выцарапала на этот мяч на краю. Еще мимоходом обыграла двух защитниц сборной Норвегии. Да, вот посмотрите, пожалуйста, момент. Влетает в зону обороны команды Норвегии. Ну и дальше мяч, пущенный верной рукой, влетает в девятку. Вновь наши впереди. Отлично. Нет.
Нет, все-таки арбитры фиксируют. Арбитр задумался, а потом все-таки решил назначить 7-метровый штрафной. Ну да, не справляемся мы с левым полусредним. На этот раз это была Снорейген, да. Переиграла она Надежду Муравьеву один в один. Но там и Эмилия Турей уже не могла помочь Надежде Муравьевой, поскольку та находилась на 6 метрах. Ну и сама... нет, Хаммерсен. Я думал, Снорейген будет выполнять. Ай-яй-яй, умничка! Очень хитро пыталась сыграть Хаммерсен. На опережение выполнить бросок, но не тут-то было. Здесь ворота стоит. Баснова! Красавица! 9-7! Два мяча разницы. 17-я минута первого тайма. Блестящий бросок, посмотрите, поверх блока, да, дальнюю девятку. Здорово. Ну, вообще, конечно, многие говорили о том, что матч против сборной команды Румынии, как кому-то показалось, сложился для наших довольно просто. Все-таки разница 30-20, но не будем забывать, дорогие друзья, что разница в данном случае это не показатель. Сборная команда Румынии это соперник, который в состоянии наказать любого за мгновенную расслабленность. Как сейчас Суслина сыграла вновь здорово. Поэтому давайте не будем... Что там произошло? Пробежка Екатерины Андрюшиной. И не точно играют норвежки. Конечно. Так вот, я бы хотел сказать о том, что если мы даже будем утверждать, что матч против сборной команды Румынии, а перед этим матч против сборной команды Венгрии... Инфарктный матч. Да, инфарктный матч, совершенно верно. Был, ну, очень тяжелым для восприятия, для того, чтобы просто сидеть у телевизоров и смотреть, я бы хотел сказать, что вчерашний полуфинал между сборными командами Норвегии и Германии, завершившийся со счетом 33-30 в пользу норвежек, был, наверное, не менее инфарктным и не менее изматывающим соперниц вот по такому энергетическому выбросу сил, всего чего угодно, всего, что есть у соперниц для того, чтобы одержать победу. Поэтому норвежкам сегодня тоже очень и очень нелегко будет играть против наших девчонок. Противоход сейчас. Марит Фрафьор, да. Линейный игрок. Заменила она Любек на этой позиции. Получила прекрасную передачу от Гёрил Снорейген. Полторацкая хорошую передачу отдавала. Но арбитры посчитали, Андрюшина, что неумышленная была игра ногой. В противном случае последовало бы двухминутное удаление. Паленова. Норвежской команды. Паленова. Паснова. Встречают Паснову, но с нарушением правил. Очень хорошо и жестко обороняются норвежки. Пас на Андрюшину. Ну вот сейчас мы видим, что... Чисто было сыграно Пасновой. За счет работы корпуса оттеснила норвежку в тот момент, когда та принимала мяч. Я обращаю внимание, уважаемые телезрители, на то, что мы играем без линейного. Вот сейчас вы видите, позицию линейного заняла Екатерина Андрюшина. Вообще-то она не линейный игрок, штатный разыгрывающий или правый полусредний. Нет у нее даже навыка, а просто некого ставить. Мы говорили о тех проблемах, которые у нашей сборной в связи с отсутствием Людмилы Бадниевой и получившей вчера травму Шипиловой. Вот Оксана Ромминская не совсем здорова. И тренеры говорили, что мы ее будем приберегать для того, что она нам нужна в обороне. Хорошая атака норвежек. Ну, норвежки Брейван традиционно сильны в быстрой контратаке. Брейван отличилась. Вот главный тренер сборной команды Норвегии на ваших экранах. Это Марит Брейвик. Единственная, по-моему,
женщина-наставница вот из тех матчей, которые мы с вами наблюдали и комментировали. И больше 13 лет она возглавляет сборную Норвегии. Один из самых авторитетных специалистов в женском гандболе. Появилась вновь Оксана Роменская. Только бы выдержала Оксана напряжение матча. Огромная нагрузка. Кореева! Умница Аня Кореева. Всегда спокойно и надежно. Вот ее любимый финт. Уходит вправо между двумя и успела бросить до того момента, как нога оказалась на полу. Вот посмотрите, бросок на мгновение раньше. А вот там последовало обоюдное двухминутное удаление. Не знаю я за что, не видели мы, уважаемые телезрители. Но, тем не менее, команда играет 5 на 5. Бросок Ригельхут. Как здорово сыграла. И вновь Суслина. Катя Нюберг удалена на 2 минуты. А вот кто у нас удален? Ну ладно, сейчас, наверное, это не суть важно. Полторацкая, Турей. Полторацкая. Ой, какая игра, Ирина! Просто умница! Вы посмотрите, какими кошачьими движениями она обошла. Просочилась, как говорят в таких ситуациях, да? Как водичка между, между камней. Вновь 2 мяча разницы. Напряжение матча нарастает. Ну что там арбитры назначают? 7-метровое и 2-минутное удаление. Удаляется Оксана Роменская. Хотелось бы, конечно, посмотреть повтор. Да, вот здесь было нарушение. Прорвалась все-таки. Выиграла пол корпуса Лин Кристин Ригельхут и выполнила бросок. Снора Эген. Боятся они Суслину. Чудеса какие творит наш голкипер. Вчера она вот своей уверенностью буквально подавила всех румынок. И дай бог, чтоб случилось сегодня и в сегодняшнем матче. Нет, ну этот бросок профьорд было невозможно, наверное. Да, в мертвую зону был направлен мяч. Над плечом. Кореева. Полторацкая, Кореева. Здорово! Наш подбор. Аня Кореева подобрала мяч и эффектно так Харлсон перебросила. 12-10, мы впереди. 24-я уже минута первого тайма. Второй мяч Анны Корееевой. Мы по-прежнему в меньшинстве. У нас удалена Оксана Роменская. Долгий розыгрыш мяча у норвежек. Перевод в линию. И все-таки Суслина дотянулась до мяча. Екатерина Андрюшина. Проиграла она позицию линейному игроку. Практически беспрепятственно поражала ворота нашей команды Эльза Марта Любе. Не удалась сейчас атака. Полина Вяхерева атаковала. Нет, Екатерина Андрюшина попыталась она исправить свою ошибку в обороне. Обыграла защитника, но не смогла переиграть опытнейшую Катрин Лунде Харрилсен. Хорошо наши обороняются. Роменская. Не надо спешить. Не получилась быстрая контратака. Надо сделать замены. Садится на скамеечку запасных Елена Паленова. Выходит Анна Кореева. Полторацкая вышла. Кореева. Нет, здесь сложно было идти в обыгрыш. Полторацкая. Ну, надо уже предупреждать норвежек. Посмотрите, завалили они на пол. Роменскую. Турей!
Но не будем строго судить Эмилию Турей. На флажке она уже выполняла бросок с очень острого угла. Но там шансов забросить такому классному голкиперу, каким является Харальдсен, очень тяжело. Вот она перехватила мяч. Убеги, Эмилия. Ой. Красавица. Ой. С таким звоном мяч попал в перекладину и от нее отлетел в ворота. Ну, никаких шансов у Харальдсен не было. Ну, посмотрите, как выпрыгнула Эмилия Турей. Разозлили норвежки Эмилию. Трефилов опять на ногах. А, по-моему, он и не садился. А вы знаете, в матче против... Вот как раз в этом интервью, в одном из последних, он сказал, что... Ну, в матче против сборной Румынии девочки, говорит, подарили мне... Удивительный праздник. Я, говорит, сидел на скамеечке. И даже не было желания выскочить на площадку. По-прежнему в воротах чудеса творит Инна Суслина. Паленова. Выйдет сейчас Левина. Паленова уступает место Полторацкой. Вот вы посмотрите, как обороняются норвежки. Крайний защитник смещается до штанги. Это говорит о чем? Что вся оборона норвежской команды сконцентрирована 7 метров против нашего левого фланга. Они бросают Яну Ускову, не играют против нашего полусреднего. Об этом сегодня говорил Виталий Крохин. И вот именно задача усиления нашей игры, нашей команды, это за счет усиления игры вот Яны Усковой и правого полусреднего. Но нет Близновой. Ломается вся схема игры сборной России. К сожалению, поменяла она угол обстрела, я имею в виду Елена Паленова. Надо было продолжать бросать вверх. Но выручает, вновь выручает Инна Суслина. 27-я. Давайте посмотрим. Да по центру получился бросок. Повезло. Мяч попал в корпус сейчас голкиперу, которая смещалась в левый от себя угол. Небольшая пауза. Или если бы чуть-чуть довернула кистью Елена Паленова мяч. Отбирают у нас спортивный снаряд. И тут же Инна Суслина прочитала комбинацию норвежек. Гореева. 14-11. Задумалась Марит Брейвик и берет, по-моему, командный тайм-аут. Да, надо успокоить своих подопечных. Уж больно они нервничают. Ну, есть от чего нервничать. При такой блестящей игре голкипера, дай бог, не сглазить. Вы знаете, вот я сейчас посмотрел на то, как Аня Кореева забрасывала мяч. И вот есть такое определение. Играть с открытым забралом, да? Или выходить на бой с высоко поднятой головой. Вот Аня Кореева, вы обратили внимание, она в пол не смотрит. Когда ведет мяч, когда бросает по воротам, у нее все время глаза ищут цель. Она все время смотрит на соперника. Вот такая интересная манера у нее ведения и мяча, и броска. И вот сейчас, ну то ли это такая конституция фигуры, но очень интересно. Она когда бросает, она точно видит цель, точно видит мишень, куда мяч полетит. Но она очень техничный и пластичный игрок. 14-11. 2,5 минуты до окончания первого тайма финального матча чемпионата мира. Норвегия, Россия. Влетает мяч в наши ворота. Да, сильнейший бросок. Вигдис Харсакер. Вообще, в отличие от сборной команды Советского Союза и России, ну, сборная России является преемницей сборной команды СССР. Голландки намного, то есть норвежки намного позже дебютировали. Очередной мяч. Это Яна Ускова. Норвежки намного позже, чем мы, дебютировали на чемпионатах мира. Это в 71-м году произошло в Голландии. Но тогда норвежки были в категории, ну, не явных аутсайдеров, но, в общем-то, в топовую группу не входили, скажем так.
Седьмое место тогда у них было. В 73-м году на чемпионате мира в Югославии. Девятое место. В 75-м году, когда чемпионат мира проходил в Киеве. Восьмое место. Ну, мы приносим вам свои извинения, дорогие друзья. У нас возникли некоторые технические неполадки. Вот посмотрите пока, как болеют зрители. А я продолжу. В 78-м году на чемпионате мира в ЧССР их вообще не было. В 82-м мы были первыми в Венгрии, норвежки седьмыми. В 86-м в Голландии мы вновь первые, норвежки впервые тогда поднялись на пьедестал. Третьими они стали. И, кстати говоря, через два года, в 88-м году в Сеуле они завоевали серебро Олимпийских игр. И вот представьте себе, мы со сборной командой Норвегии впервые встретились на чемпионатах мира лишь в 90-м году, когда мы вновь стали первыми, а норвежки шестыми. Тогда мы выиграли 22-20. Вторая встреча была на следующем чемпионате мира, который проходил в Норвегии. 19-14 мы выиграли. Мы вновь, точнее, норвежки стали третьими. И вот тогда мы впервые оказались в итоговой табели о рангах. Ниже норвежек мы были пятыми. В финале чемпионата мира в Италии в 2001 году мы вот встретились со сборной командой Норвегии впервые в борьбе за золото. И переиграли тогда блистательно скандинавок со счетом 30-25. Ну и не будем забывать, что последняя встреча на чемпионатах мира состоялась в 2005 году в Санкт-Петербурге. Мы вновь выиграли 26-22, стали первыми, норвежки были девятыми. Ну а не для кого, наверное, для всех, наверное, в памяти финал чемпионата Европы 2006 года. Опять-таки. Вот я сегодня разговаривал с Андреем Лавровым, вице-президентом Союза гандболистов России, трехкратным олимпийским чемпионом. Он сказал, что начало века в женском гандболе – это противостояние двух школ – норвежской и российской. Ну и давайте сейчас уйдем на перерыв, дорогие друзья. Дорогие друзья, возвращаемся с вами в заполненный до отказа Парижский дворец спорта Берси. Финальный матч чемпионата мира по гандболу. Сборная России ведет со счетом 16-12 в матче против сборной команды Норвегии. К сожалению, не смогли мы с вами увидеть концовку первого тайма. Какие-то магнитные бури пронеслись от Парижа до Москвы. Что уж там произошло, не знаю. Но наши в концовке первого тайма смогли увеличить разрыв. И он сейчас составляет 4 мяча. Здорово, очень здорово наши отыграли первые 30 минут. Временами было непросто. Норвежки атаковали очень активно, очень изощренно, очень грамотно, но потрясающе действовало. Наш голкипер Инна Суслина, все девчонки вышли на эту встречу, ну вот действительно с горящими глазами. Несмотря на то, что у наших были потери, серьезные потери перед началом этого матча. Мы не досчитались целого ряда ключевых игроков. Но тем не менее, наши не просто отстояли, не просто смогли сыграть так, как положено, так, как надо. Но они смогли навязать свою волю норвежкам. Вы знаете, вот в перерыве мы разговаривали с нашим легендарным наставником Владимиром Салмановичем Максимовым. И он сказал, что по настрою нет никаких претензий к девочкам. По заряженности на игру все получается. Ну, дал он несколько таких тренерских рекомендаций. Я бы хотел, наверное, озвучить вот только одну. В любом случае, нас не услышат сейчас в Париже. Но вот он отметил один момент. Помните, Владимир, когда Инна Суслина... Вот именно. Вот сейчас, вы видите, вот то, о чем говорил Максимов. Суслина должна дежурить на 9-метровой линии и перехватывать мячи, которые норвежки отправляют своим фланговым игрокам в отрыв. Потому что у них нет коллективного отрыва, он индивидуальный. Ну, возможно, не только мы с вами, Владимиру Максимову, позвонили. Возможно, позвонил еще Евгений Трефилов. Ой, не думаю, что Евгений Васильевич нашел сейчас минутку для того, чтобы позвонить. А тут Оксану Роменскую
атакуют норвежки резко, грубо. И вновь Паленова выходит на 7-метровую линию. Бросок мощный в девятку. Лена Паленова, 5 мячей отрыва, 17-12. А в воротах была Тереза Педерсон. Заменила она на 7-метровом. Катрин Харальдсен, 17-12. В атаке сборная Норвегии. Ох, какой пас в линию, не прошел. В ногу мяч попал на кому-то из наших. Из наших гандболистов. 9-метровый свободный назначают арбитры. Хаммерсен, Ньюбер. И Снорро Эгин. Такова задняя линия. Хороший перевод в край. Вы посмотрите, какая прекрасная распасовка мяча сборной Норвегии. Мощнейший бросок Снорро Эгин. В прошлом матче, по-моему, против полуфинале она была лучшей. Да, она забросила 7 мячей. Любек забросила 8. Очень сильная задняя линия у сборной Норвегии. Подлиннее, конечно же, по состоянию на сегодняшний день у них скамеечка. Нет столько травмированных, как в сборной России. Да, хватило бы сил. Вот это единственное, что приходит сейчас на ум, потому что, ну, действительно тяжело нашим девчонкам, очень тяжело. Хороший бросок в дальний угол. Между рук обидно прошел мяч. Правильную позицию в воротах занимала Инна Суслина. Повезло норвежке. А вот мы в перерыве слышали, как Евгений Трифилов говорил Анне Кореевой: «Аня, давай обыгрывай второго защитника». Она говорит: «Я пытаюсь, я боюсь, чтобы не было в игрока». А вот Екатерина Андрюшина не побоялась. Под заслон она ворвалась и с 6 метров поразила ворота сборной Норвегии. Успели наши вернуться в оборону. Пас в линию. Там Курей закрыла зону. Но норвежки по-прежнему в высоком темпе играют и пытаются все время сделать пас между нашими высокорослыми центральными защитниками на линейную. Любят сейчас как раз в роли линейного игрока. По-прежнему 6-0. В центре у нас Муравьева, Роменская. Бросок и прекрасный блок. Екатерина Андрюшина поставила. Хаммерсен. К сожалению, мяч ушел на угловой. Не успела Суслина дотянуться до мяча. Дотянулась бы, мяч остался у сборной России. Только бы не провалили наши вот 10-минутку. Частенько вот на этом чемпионате мы неудачно играли. Вот Хаммерсен вновь исполнила свой фирменный финт, вертушку. Переиграла она Екатерину Андрюшину. И сократила разрыв в счете. Гро Хаммерсен — один из лучших разыгрывающих европейского гандбола. Да и мирового, наверное. Андрюшина, Кореева, Турей. Решила обыгрывать Эмилия Турей. Но ценой нарушения правил ее остановила Рангхильд Амот. Кореева. Молодец! Пробила руки на Терезы Педерсон. Сейчас может последовать двухминутное удаление. Да, да, так оно и есть. Муравьева. Надежда Муравьева. 2 минуты штрафа. Вот в этот момент Надежде надо было отпустить. Но вы посмотрите, как играет норвежка. Она сама норвежка схватила, да, за майку. Именно этого не увидели арбитры. Или увидели, не обратили внимания. По-моему, в равной степени нарушали правила норвежка и наша гандболистка. А Суслина вновь на высоте. Ну, сейчас спешить нам не надо. Марит Брейвик, главный тренер сборной Норвегии. Как всегда, спокойно и невозмутимо. Ну, был один эпизод в конце первого тайма, когда она взяла тайм-аут. Совсем неспокойно была Брейвик. Паснова. Кореева. Полторацкая.
На Роменску, на, нет, это там оказалось Эмилия Турей в позиции линейного. Арбитры уже подняли руки, предупреждая по силе, надо выполнять бросок. И отбирают мяч у нашей команды, надо быстро возвращаться в оборону. Прихватывая игроков сборной Норвегии, не позволить им выполнить быструю контратаку. Очень здорово Амод сейчас сыграла в ближний угол. Сокращают разрыв в счете норвежки. Три мяча разницы. Мы по-прежнему в меньшинстве. Гореева. Нарушает правила против нее Любек. Два шестых номера сейчас сошлись. Турей. Паснова. Норвежки очень внимательно действуют против Пасновой. Хорошо сейчас проатаковала Гореева, но голкипер сборной Норвегии сумел отразить бросок нашей Ани. В полном составе сборной России. Андрюшина, Паснова, Турей. Справа сейчас играет, по-моему, Дмитриева. Вот какой бросок Пасновой, но вновь голкипер на месте. Два мяча разницы. Сейчас норвежская. Любек. Норвежский голкипер. Эльза Марта Серил Любек. Паленова вышла на площадку. 7 метров против Андрюшиной, нарушены правила. Хорошо, она обыграла второго защитника, а третий зашел в площадь ворот. Вот это на повторе видно. Паленова никаких шансов не оставляет вратарю сборной Норвегии. 20-17. Я думаю, что по итогам сегодняшнего матча будет определен лучший голкипер чемпионата. У кого-то есть сомнения, кто это будет? Но есть сомнения, это будет или вратарь сборной Норвегии, или сборной России. Муравьева, Паленова. Людмила Паснова выходит на позицию левого полусреднего. В центре играет Елена Паленова. Не рискнула бросить. А сейчас хороший бросок был, но здорово сыграла голкипер сборной Норвегии. Ну там был блок и сориентировалась по блоку, закрыла ближний угол норвежский голкипер. Теряет норвежский мяч. Не бежим мы в отрыв и в быструю контратаку. Но там успели норвежки перекрыть возможные пути наступления наших. Но много сил видно, что у норвежек осталось, несмотря на, как мы говорили, гандбольный марафон. Но полегче у них был четвертьфинал, несомненно. Левина у нас вышла сейчас. Яна Ускова. Да. Поспешила она перебрасывать. Педерсон. Ну хорошо, сейчас наши справились. Людмила Паснова, Оксана Роменская не позволили разыграть быструю комбинацию в контратаке норвежкам. Брейвинг появилась на площадке. Вот она сейчас была с мячом. В игрока должны определить арбитры. Да. Недовольна Хаммерсенг, но что есть, то есть.
Роменская. Левина. Ускова. Ну, со второй попытки Ускова переиграла все-таки Педерсон. Это очень важно, чтобы почувствовала уверенность, почувствовала голкипера Яна Ускова. Вот в первом тайме она Великолепный момент был. Великолепных гола забросила. А вот во втором... Особенно второй, когда в полете. И вновь штанга играет за сборную России. Прежде всего, Левина. Неосмысленно. Ну, по-моему, там сама подставлялась Хаммерсон, конечно. И получила травму. Левина тоже держится за лицо, не без этого. Да, гандбол — игра контактная. Здесь шишки, болячки, ссадины. Это не самое страшное. Да, не самое страшное. Вот смотрите, ну, естественно. Хаммерсон уходит с площадки. Марит Брейвик. У нас достаточно травм. Также в команде и работы у нашего врача Евгения Мельникова и массажиста. И также достаточно. Левина. Паснова. Левина. Андрюшина, Турей. Турей сейчас на правый фланг вышла. Андрюшина! Вы посмотрите, что творит в воротах Педерсон. Но наши на подборе. Мы придерживали там Муравьеву. И в отрыв, быстрый отрыв убегает норвежки. Не успела выйти на перехват, но тяжело было сыграть в этой ситуации и не Суслиной. Вы посмотрите. Йоханссон. Дело в том, что два крайних игрока убегали, она не знала, кого перекрывать. Поэтому начала возвращаться в ворота, но не успела. Ну вот сейчас в кадре был человек, о котором французская газета «Экип» написала: высокий блондин с голубыми глазами. Это Евгений Трефилов. Турей. Баснова. Андрюшина. Вы посмотрите, как здорово играет Педерсон. Заморозился сейчас счет для нашей команды. Переиграла защитников, но на пути мяча оказалась голкипер сборной Норвегии. 18-21. Каримета Йоханссон. Красивый эпизод, ничего нельзя сказать. Очень не успела Эмилия Турей. Левый крайний нападающий. Ну, хорошую стяжку там сыграли норвежки. С правого фланга довели мяч до левого крайнего нападающего. Брейвен делала передачу. Паснова. Андрюшина. Паснова. Но нужен гол. Неправильный заслон. Со определяют Роменской. Арбитры. Да. Но тут можно поспорить. Перехватывает мяч Турей. Ну, непонятное. Да, действия арбитров, честно говоря, Григорий, мне непонятно вот в этот отрезок. Две минуты штрафа Андрюшины за что? Мы перехватили мяч. И удаляется Андрюшина на две минуты. Многовато удалений в составе сборной России для финала. Ну, кстати, и в матче против сборной Румынии. Румынки всего лишь дважды удалялись, наши пять раз. Но это был предыдущий эпизод. Да, ну, опасный ладно. Момент в матче. Мы в меньшинстве. Свисток в пользу провинившихся. Была ли там пробежка у Людмилы Пасновой? Так она выходила 6 метров. Прихватили Анну Карееву персонально. Жестко играют норвежки, очень жестко. Но ничего страшного не произошло. Может, мне показалось, что мяч от блока. Главное не получить быструю контратаку, попытаться отстоять в обороне. Перевод в край.
Да, играем, конечно, с большим разрывом сейчас в обороне, потому что удаление у нас, но вновь штанга выручает. Ну, хорошую позицию заняла Инна Суслина, конечно, она сократила угол обстрела. Да вы знаете, это не... А это Сидорова вышла. Мария Сидорова вышла, да, в ворота сборной России. Да, тяжело играть, конечно же, в меньшинстве. Вяхерева. Ее остановили недозволенным приемом. Полторацкая появилась. И вновь голкипер. Да, голкипер сборной Норвегии внесла коррективы в игру. И довольно серьезные. Вышел у нас шестой полевой игрок. Мощнейший бросок. Анет Ковет Йоханссон. Ну, целая россыпь мощных игроков задней линии в распоряжении Марит Брейвик. До одного мяча сократился результат. Оживились трибуны, поддерживающие норвежскую команду. Поснова, ну наконец-то, 22-й мяч. Ну, может быть, на этом завершится вот такой провальный отрезок в игре сборной России. Ну, я бы не сказал, что он был очень провальным, но... Но сокращение отставания произошло, конечно, довольно серьезное. Все-таки 4 мяча была разница в счете в пользу сборной России. Не побежала Надежда Муравьева. Чуть было не перехватили наш мяч. Ну, пора поднимать руку арбитрам, предупреждая о пассиве сборную Норвегии. Уж очень долго они... Да, арбитры поднимают руку. Мяч у наших. Надо организовать быструю контратаку. Не получается. Не получается. Там повисло просто на Ане Кореевой Брейванг. Ну, хорошо сейчас в обороне сыграли наши. Но никаких шансов у норвежек не было. Но наступает очень важный момент, я думаю, в матче. Последняя 10-минутка. Я вспоминаю финал чемпионата Европы, которые выиграли норвежки. Так вот, последние 10 минут они подсели. И буквально уже чудом они выиграли этот матч. Подняты вверх руки арбитров. Были подняты уже. Да, вот сейчас мы видим с вами. Предупреждают они наших о пассиве. Мяч отбирают. Надо быстро возвращаться в оборону. Руки, руки, кричит Трефилов. Пора под... Какой и на флажке бросок Брейван. Из опорного положения перевела в дальний низ. Очень техничный бросок. Вот тяжело смотрите. Но это был угол защитника. Все правильно делала Мария Сидорова. Она закрывала ближний угол. Андрюшина. Поснова. Гол! 23-21. Любия Поснова. 33% эффективности бросков. Но сегодня ее прикрыли. Очень плотно ее закрывают норвежки. Видимо, анализ-то был очень серьезный. Того, как наши играли против румынок. Хорошо там разобрались наши с линейным игроком. Муравьева подстраховала там Роменскую и Анна Кореева. Вновь свисток останавливает игру. Таскают мяч долго норвежки. И практически без атаки.
чуть было не потеряли норвежский мяч. Ну и на тоже вот бросок на флажке. Были подняты вверх руки арбитров. Кореева, Роменская, Андрюшина. Вышла Паснова. Паленова. На Андрюшину. Вновь Паленова. Паснова. Паленова. Аккуратнее с пасом. Оказывают помощь Хаммерсен. Да, это вот Гро Хаммерсен, которая столкнулась с Левиной, по-моему, да? Ну вот здесь можно было, конечно же, получила травму Брейван. Хотя уже обыгрывала ее практически. Вот вы видели, да? Андрюшина. Да? Два пальца вверх. Это с одной стороны две минуты, а с другой стороны знак победы, да? Нет, ну там можно было, конечно же, как-то отреагировать на неправильную игру в обороне норвежской гандболистки. Паснова, Паленова. Сейчас арбитры поднимают руку. Молодец! И блестящий бросок Елены Паленовой с 11 метров из опорного положения в нижний угол. Бессильно было что-либо сделать Тереза Педерсон. Вот посмотрите, поверх руки блокирующий, даже без прыжка. 24-21. Наступают самые напряженные минуты матча. Сейчас да, очень... свистков сейчас будет много. Юханссон была остановлена нашими. И посмотрите, и вновь двухминутное удаление в составе сборной России. Да, французы судят. Жильбор, Оливье Буй. Многовато. Ну вот такая же ситуация, кстати, была сейчас с Брейван. Но там не удалили норвежку, а Надежда Муравьева удалена на две минуты. Второе подряд у нее удаление. Нюберг в роли разыгрывающей. Пора поднимать руку, предупреждая о пассиве. Амот. Сейчас совсем по-другому бросала. Не в дальний угол, а с отскоком от пола. Но надо отметить прекрасную игру крайних нападающих сборной Норвегии. По сути дела, в позиционном нападении норвежки атакуют результативно с краев. И это и Кари Мета Йоханссон, которая в первые минуты второго тайма много забросила мячей. Ох, как здорово Паснова сыграла Паснова. Взяла на себя инициативу в очень важный момент. Забрасываем. Еще минуту нам играть в меньшинстве. 7 минут до окончания второго тайма финального матча. Ну, кто не знает, дорогие друзья, сборная команды Германии обыграла в матче за третье место команду Румынии со счетом 36-35. Представляете себе? До последних секунд была такая сумасшедшая интрига. Отбирают мяч у норвежек арбитры. И не менее сумасшедшая интрига была в матче между сборными командами Франции и Кореи за 5-6 место. Там дело дошло до овертайма, и француженки в один мяч выиграли. И что это значит? 26-25 там был счет. Что это значит? Что француженки получают право проведения одного из квалификационных турниров на отбор на Олимпиаду у себя. Да. Вяхерева. Ну, нам тоже сейчас очень спешить не стоит в атаке. Арбитры поднимают руку. И 7-метровый штрафной. Здорово там сыграла Андрюшина. Андрюшина. Ну, Брейван вот... который раз нарушает правила, но вот мне интересно. Вот давайте посмотрим. Вот что делает Брейван. Ну, это чистое двухминутное удаление. Да, уходит, и на 2 минуты удаляется Каролин Дюр Брейван. И очень важный 7-метровый штрафной. Ждем Лену Паленову на линии атаки, на линии броска.
Умница, грамотно, Лена! Грамотно! Вот, посмотрите! Не совсем в угол, но тоже вот та самая мертвая зона. 26-22. 5,5 минут до конца основного времени матча. Будем политкорректны, будем говорить так, как положено. Выше мяч летит. Дрогнула рука у Кати Ньюберг. Дрогнула. Ну, был блестяще поставлен блок. Причем там, по-моему, тройной блок поставили наши гандболистки. Полторацкая. Паснова. Паснова. Андрюшина. Ускова. Вновь Паснова. Ну, мы же в большинстве. Вы посмотрите, мы совершенно не используем край. Отыгрывает Яна Ускова. Нет никакой остроты с правого края. И мы вынуждены обороняться. Ну, дай бог бы не пропустить свои ворота в большинстве. Суслина. И мяч от руки Каримета Йоханссон уходит в аут. Вот сейчас как раз та ситуация в большинстве, та проблема, которую испытывает сборная России. Мы разыгрываем слева направо, а Яна Ускова не атакует. Роменская, но чуть было мяч не перехватила. Сначала очень хорошо, закрыла, не дала возможности. Хорошо сыграла сейчас, просто здорово сыграла сейчас Полина Вяхерева. Очень грамотно. С краю она сместилась в центр и остановила буквально прорыв, выход один на один норвежской гандболистки. Очень мобильно наши защищаются. Брейванг против нее. Полина Вяхерева. Вышла Паленова. Вновь Суслина. Нет, наша оборона непробиваемая все-таки. Мы уже говорили не раз о том, что оборона сборной России сильнейшая на сегодняшний день в мире. Если еще учитывать, что в воротах-то блестяще играет Инна Суслина и Мария Сидорова. Да и все статистические показатели игры в обороне говорят именно об этом. Полторацкая. Да, там ошибка ведения у Ирины Полторацкой. Вот этого нам не надо. Ничего еще не ясно. 23-26. 26-23 в пользу сборной России. Любек убежала в отрыв. Обидная потеря. Но сейчас надо доигрывать каждый эпизод до конца. Ожидая того, что арбитры будут поднимать руку, предупреждая о пассиве. Главное... Гореева! Умница, Аня! С отскоком от пола! Тяжелейший бросок! Нет, так просто Инну Суслину не обыграть. Удаление будет у наших. Надежда Муравьева. Как бы это уже не третье удаление у Надежды. Две минуты до конца финального матча. Сборная России впереди со счетом 27-23. Но сейчас не надо спешить, надо тянуть время. И как можно более эффективно пытаться обыгрывать. Тайм-аут берет, по-моему, Евгений Трефилов. Очень правильное решение, на мой взгляд, главного тренера сборной России. Интересно, послушаем, что он сейчас скажет. Выйди сюда, на столба, на освободи Аньку еще раз. Понятно? Бросок не... Постарайся не бросать. Будет возможность, брось. То же самое. До края. Судья поднял руку, можете лезть с нуля.
с нуля можете лезть. Ну все понятно, играйте до конца, линейному игроку выходить на столба, не бросать, а когда судьи поднимают руки, можно бросать из любого положения, даже с нулевого угла. Да, вот этих вот как раз атак с флангов-то мы сегодня и не видим в исполнении сборной России. Но это основной резерв нашей команды, игра крайних нападающих. Но компенсируется это все сумасшедшей отдачей, невероятным азартом, желанием победить и, ну я не знаю, какими внутренними резервами. Полторы минуты, дорогие друзья, до конца финального матча «Полторацкая». Не хватило силенок Ирине, чтобы продавить мощных норвежек. Уж очень она у нас изящная. Подбор. Ох, там могла травму получить Яна Ускова. Четыре мяча разницы, семиметровые. Ну, семиметровые удаления Эмилии Турей. Но арбитры просто не скупятся на двухминутное удаление. Ну, мы с вами говорили о том, что надо быть сегодня очень аккуратным и внимательным. И настороженным в какой-то степени тому, что французы судят. Не потому, что подвергаем сомнению их квалификацию, а потому что мы обидели француженок. Суслина. Два семиметровых она сегодня отразила. Нет, четко реализовала семиметровый штрафной бросок Вигдис Харсакер. Гореева. Остается мяч у наших. Последняя минута финального матча. 27-24. 30 секунд, чуть больше. Ох, какой пас и гол! Ну это все, дорогие друзья, это золотой гол! Это победа при любых раскладах. За 20 секунд до конца матча. Ну не могут норвежки уже ничего сделать. Вы посмотрите, как ликует Инна Суслина. Начинается отсчет времени. И гол! Еще один гол! Это Ирина Полторацкая! Все, дорогие норвежки друзья! Сдали. Это победа! Сборная России, чемпионки мира! Второй чемпионат подряд! Наши девочки доказывают, что сильнее их, лучше их нет никого на планете Земля! Да, и вспоминаем, какой путь прошла сборная России к финалу. Тяжелейшие матчи. Напоминаю, что пятерых игроков основного состава сборной России мы не досчитались перед финальным поединком. И тем не менее, я хочу назвать всех наших девочек, всех героинь этого турнира. Инна Суслина, Полина Вяхерева, Ирина Полторацкая, Оксана Роменская, Людмила Паснова, Анна Кореева, Екатерина Андрюшина, Яна Ускова, Елена Полянова, Эмилия Турей, Наталья Шипилова, Мария Сидорова, Ольга Левина, Надежда Муравьева, Елена Дмитриева, Ирина Близнова и главный тренер Евгений Трифилов. Ну, надо отметить, что второй тренер Виталий Крохин. Врач команды Евгений Мельников, Игорь Крашенинников, Елена Волынкина. И вот он, высокий блондин с голубыми глазами. Да, дорогие друзья, праздник. Сегодня праздник у всех любителей спорта в нашей стране. Норвежки займут сейчас отведенное им сборной России второе место.
Да, сборная России перевыполнила поставленную перед ней задачу. Они не только завоевали путевки на Олимпийские игры, но и так мимоходом завоевали золото чемпионата мира. А напоминаю, уважаемые телезрители, что наша команда еще ни разу не принимала участие в Олимпийских играх. И вчера наши девчонки, вы не представляете, они болели за сборную Норвегии в матче полуфинальном против сборной Германии. Ну правильно, это обеспечивало нашим путевку. Но вот это перевыполнение плана состоялось. Вот и сборная Германии появляется, ведомая Грит Юрак. В составе сборной Германии выступает левый полусредний Надин Краузе, которая признана журналистами по итогам 2006 года лучшей гандболисткой мира. Приняла она эстафету от Гёрбиц. Слово, по всей видимости, предоставлено Хасану Мустафе, президенту Международной Федерации гандбола. Нет, это, судя по всему, руководитель оргкомитета, вот Хасан Мустафа слева стоит. Да, это президент Федерации гандбола Франции, руководитель оргкомитета. I wanted to thank all the countries that have been participate to this World Championship, but I wanted to thank the public, to thank you all. Thank you. Но мы не можем, конечно, не отметить, что французы очень постарались. Мы говорили об этом на протяжении наших комментариев, что и в Меце, и в Дижоне, и в По все было организовано очень неплохо. Вот Хасан Мустафа. Merci, France. Merci, l'équipe. Merci, all the teams, the officials, l'arbitre. Special thanks for the spectators. Но эти слова, по-моему, можно даже и не переводить. Особая благодарность зрителям, да. И организаторам, и командам. И всей Франции merci, совершенно справедлив merci, Хасан Мустафа. Merci. Thank you, André Amiel, President French Handball Federation. Андре Амьель, президент Французской Федерации гандбола. Very, very good job during this World Championship. Thank you. Merci. Merci beaucoup à toute l'organisation, président André Amiel et tout le comité d'organisation. Мы видим нашего президента Союза гандболистов России, Виктор Владимирович Григорьев. Да, вот он сейчас слева как раз. Ну вот видите, мы еще не знаем пока этих цифр о том, что этот чемпионат оказался рекордным по посещаемости и по количеству телезрителей. Но, видимо, у президента Международной Федерации уже есть такая информация. Ну, по крайней мере, телезрители в нашей стране имели возможность практически в полном объеме увидеть чемпионат мира по гандболу. Если бы, конечно, не досадные потери картинки, но и не будем об этом говорить. Équipe classée troisième, third place bronze medal, l'Allemagne, Germany. Сборная команда Германии поднимается на третью ступень пьедестала почета. Да, тяжелейший матч у них выдался в борьбе за бронзу, матч против команды Румынии, ну и матч полуфинальный против норвежек. 33-30 норвежки выиграли. Мадам Нильсон Грин, репрезентант ЛИАШЕФ. Даманский également
L'accompagnera, accompagné des hôtesses, donc qui vont remettre... Да, очень интересным был этот чемпионат, несомненно. Огромное количество удивительных результатов. Прекрасные выступления продемонстрировали целый ряд сборных. Да ту же Анголу давайте вспомним. Главная неожиданность этого чемпионата. Команда «Сюрприз». Как она играла в группе. Так анголки выиграли матч за седьмое место у сборной Венгрии сегодня. Да, сборная Венгрии действительно не смогла очухаться от этого поражения, прийти в себя. И от здесь... поражения, которое нанесли ей сбор нашей девочки. И здесь я хотел бы сказать вот о чем, Григорий. Во время чемпионата я говорил с Андреем Лавровым, трехкратным олимпийским чемпионом, и с Александром Тучкиным, двукратным олимпийским чемпионом. Эти игроки, эти, которых знает весь мир, обладают уникальным опытом и чутьем прохождения вот таких турниров. Вот я им задал вопрос, как надо проходить этот турнир, 10 матчей, как раскладывать силы по ходу чемпионата. И они независимо друг от друга мне сказали, надо играть каждый матч как последний. И не искать себе соперника. Вот именно к этому я и веду, Григорий. И они мне сказали, если уж гандбольной судьбой, гандбольный бог решил, что ты должен играть вот именно с этой командой, то не надо обманывать судьбу. Она тебя потом накажет. И, по-моему, именно это произошло со сборной Венгрии, которая откровенно не стала... А со сборной Германии не произошло этого? Они проиграли румынкам, и в итоге-то они не дошли до финала. А венгерки, проиграв откровенно сборной Кореи, вышли на сборную России. И вот последний, самый нужный момент, судьба и спортивное счастье от них отвернулись. Не да. Надо как никогда фальшивить, надо быть искренним перед собой, перед своими болельщиками и перед гандболом. Да, и наши... недаром, Григорий, девизом Федерации гандбола Франции является изречение «Школа гандбола – это школа жизни». Да, я думаю, что этот лозунг должны над входом в каждую федерацию начертать руководители. Но наши девочки не позволили никому усомниться на протяжении этого тяжелейшего 10-матчевого марафона, усомниться в искренности, усомниться в том, что наши готовы побеждать в каждой игре, даже в тех играх, когда что-то не получалось. Именно поэтому они и на пьедестале почета, и на верхней его ступени. Вот такие бронзовые мячи получили спортсменки сборной Германии. Значит, нас ждут и золотые мячи. Pour être remis à la capitaine de l'équipe d'Allemagne, la capitaine en finale, c'était Grit Jurak, qui reçoit le trophée pour l'équipe d'Allemagne. Ну и сборная Норвегии приглашается, сейчас будет приглашена на пьедестал, между тем Грит Юрак получила какой-то специальный приз. Прослушали мы, к сожалению, что же это за приз. Ну и давайте назовем еще раз состав сборной Норвегии, которая принимала участие в этом турнире. Вратари Кари Гримсбе и Тереза Педерсен. Анет Ховин Юхансен, второй номер. Катя Нюберг, номер третий. Рагнхилд Амот, номер четвертый. Герил Снореген, номер пятый. Эльзе Марте Серил Любек, номер шестой. Тони Ноствольд, номер седьмой. Каролин Дире Брейван, номер восьмой. Гро Хаммерсен, номер десятый. Кари Мета Юхансен, номер 11. Номер 13, Марит Мальм Фрафьорд. Номер 16, Катрин Лунде Харальдсен. Номер 17, Лин Сулан. Номер 18, Лин Кристин Ригелхут. И номер 19,
Вигдис Херсакер. Вот сейчас их как раз и награждают руководители Международной федерации гандбола, члены оргкомитета по проведению этого чемпионата. Чемпионки Европы. Кстати, норвежки-то двукратные подряд чемпионки Европы, а сборная России подряд выигрывает два чемпионата. Ну, такая ротация в пользу сборной России, я бы сказал. Правда, сборная России все-таки за последние годы показывает более стабильную игру. У норвежек был провал на последнем чемпионате мира. А мы такого не допускали. Мы завоевали серебро. Да, мы говорили о том, что в Санкт-Петербурге норвежки были на 9-м месте. Хотя вот вы знаете, если не принимать во внимание чемпионат мира 2001 года, начиная с 93 года мы все время были позади норвежек. Я вот сегодня специально смотрел статистику, но судите сами, дорогие друзья. В 93-м у норвежки третьи, мы пятые. В 95-м норвежки четвертые, мы шестые. В 97-м норвежки вторые, мы четвертые. В 99-м норвежки первые, мы 12-е. Но это были не самые лучшие годы для нашей команды. Напомним вам, в эти годы мы так и не могли завоевать ту заветную путевку на Олимпийские игры, которую завоевала вот сейчас эта команда на Олимпийские игры в Пекин. Сборная команда России. В центре внимания всех фото- и телеобъективов сейчас сборная команда России. Пока мы с вами видим, как норвежки получают вот этот оригинальный, весьма оригинальный приз. Но французы не могут не быть оригиналами. Серебряные гандбольные мячи. Кстати, мы получаем путевку номер 2 на Олимпийские игры вслед за хозяевами. Вот таков порядок. Да, за сборной командой Китая. Получает путевку чемпион мира. Затем 4 победителя континентальных первенств. Это чемпион Европы, сборная Норвегии. Чемпион Африки. Я думаю, что это будет Анголы. Сборная Анголы, несомненно. Чемпион Азии. Это уже состоялся чемпионат Азии, его выиграла сборная Казахстана. Ну и панамериканские игры. Ну и вот, дорогие друзья, сборная России. Золото чемпионата мира 2007 года. Инна Суслина, Полина Вяхирева, Ирина Полторацкая, Оксана Роменская, Людмила Паснова, Анна Кореева, Екатерина Андрюшина, Яна Ускова, Елена Паленова, Эмилия Турей, Наталья Шипилова, Мария Сидорова, Ольга Левина, Надежда Муравьева, Елена Дмитриева, Ирина Близнова, представители клубов «Звезда Звенигород», Московская область, «Лада Тольятти», «Ростов-Дон», «Динамо Волгоград», «Датский Слагелсе», «Датский Гудме». И вот золотые медали для подопечных Евгения Трифилова, Виталия Крохина и их помощников, для Евгения Мельникова, Игоря Крашенинникова, Елены Волынкиной, для всего руководства нашего гандбола, для всех тех, кто влюблен в эту игру, для всех тех, кто понимает толк в этом замечательном действии под названием гандбол. Фантастический праздник сегодня у всех любителей спорта в нашей стране. Это была команда, это действительно был коллектив. Ну вот по-другому не сказать.
У них еще хватает времени фотографироваться на пьедестале. Хватает сил. Аня Кореева на ваших экранах. Наташа Шипилова, которая, несомненно, помогла бы сегодня девочкам. Но они справились. Они играли сегодня из-за себя, из-за нее. Из-за Иру Близнову. Раскрылась на этом чемпионате Наталья Шипилова. Находилась она длительное время в тени Людмилы Бадниевой, но не приехала на чемпионат из-за травмы Людмила Бадниева. И вот доверили тренеры сборной первое место в линии Натальи Шипилова. И блестяще просто провела на четвертьфинальный матч и полуфинал. А это на ваших экранах Ирина Близнова. Все мы надеемся на то, что Ирина Близнова восстановится и усилит игру сборной команды России на Олимпийских играх. Ну вот наша новоявленная член All Stars Полина Вяхирева, Эмилия Турей, Елена Паленова, лучший бомбардир нашей команды. Как я сейчас согнусь, слышали? Молодец, Леночка. Не теряет чувства юмора. Евгений Васильевич Трифилов на ваших экранах. Наставник сборной команды России. Уже третий раз он приводит сборную к золотым медалям на чемпионате мира. Фантастический успех, конечно, фантастический. Но вот и весь штаб нашей сборной получает эти награды. Это Волынкина Елена. Второй тренер Виталий Крохин. Ну, мы уже говорили, что когда-то Евгений Васильевич Трифилов играл под руководством Виталия Крохина. В краснодарском «Скифе». Ну и вот, вот они, золотые мячи в руках у молодых людей. Золотые мячи, которые получат сейчас наши девочки. Good souvenir. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, je vais demander de vous lever si ce n'est pas déjà fait pour écouter l'hymne national. Насколько эти мячи являются по-настоящему игровыми, я не знаю, или сувенирными, но эти мячи займут достойное место в коллекциях наших спортсменок. Гимн России, друзья! Наш репортаж о победном матче сборной России в финале мирового первенства по гандболу. Для вас сегодня работали два самых счастливых на данный момент комментатора на земле. Владимир Репьев и Григорий Твалтвадзе. До будущих побед, друзья! Всего доброго, друзья! Любите гандбол!